Привет, друзья! С вами Антиквар. Этот ролик посвящен захвату склепов всех уровней за темницу, также известную как данж, армии, доступной на первый день игры. Основная проблема этого процесса состоит в том, что темница генерируется на грязи, а эта земля также является родной для нежити, которая охраняет склеп. Поэтому в этом случае вампиры, призраки и прочие ходячие мертвецы будут ходить на единичку дальше, что существенно усложняет взятие склепа. Есть еще один момент, которого обязательно следует коснуться. Он состоит в том, что брать в склеп бихолдеров и гарпий, которые доступны при игре за данж на первый день, также нецелесообразно. Они не будут выигрывать по скорости у мертвецов, а значит не дадут игроку никакого тактического преимущества. Итак, брать склепы мы будем на шахте первого уровня, одними неулучшенными троглодитами. Грейд этих юнитов по понятным причинам даст нам дополнительные преимущества, но к сожалению это улучшение редко делается в темнице на первый день. Поэтому будем обходиться новобранцами-слепышами, с которыми и приходит шахтер. Используем для этих целей 115 юнитов, которые всегда есть у игрока на первый день при старте за этого героя. Давайте сначала возьмем склеп всех возможных 4 уровней, а уже потом разберем отдельные важные нюансы. Погнали!
Как вы видели, в единичке автобой потерял 20 троглодитов. Учитывая, что награда здесь составляет всего лишь 1500 золота, это непозволительная роскошь. Но способ взятия такого склепа, который предложил вам я, помогает уменьшить потери в 10 раз. Потеря двух троглодитов – это уже совершенно другой разговор. Обратите внимание, как я расставляю троглов. Делим 115 юнитов на 3 равные части, 2 трети ставим во второй слот, одну помещаем в пятый. И от большего стека выделяем единички во все оставшиеся слоты. Основной момент, который здесь необходимо отметить, состоит в том, что мы разделили троглодитов на две неравные части. Смысл этого в том, чтобы больший стек троглов с одного удара упокаивал стек зомби. Это и позволяет избежать ненужных потерь наших юнитов. В остальном боевая механика чрезвычайно простая, полагаю, что никакого труда повторить ее для вас не составит. Теперь давайте перейдем к склепу второго уровня и разберемся, что у нас здесь происходит. В двушке расстановка троглодитов такая же, итоговые потери те же, все так же составляют 2 юнита, ну и механика боя принципиально не изменяется. Просто есть некоторые особенности, связанные с тем, что вместо одного стека из 10 скелетов здесь есть стек из 5 духов. Ну и награда, предусмотренная за взятие этого склепа, побольше. 2000 золота вместо 1500. Как говорится, мелочь, а приятно. А вот при штурме склепа тройки многое меняется. Деление троглодитов на 2 стека здесь уже не работает. Поэтому и расстановка тоже новая. Но при этом предельно простая. Ставим троглодитов в 5-й слот и выделяем единички. На мой взгляд, потеря 41 трогла несовместима с нормальной дальнейшей игрой. Поэтому запоминайте, как все это правильно работает на практике. Повторяйте все действия и перемещения троглодитов один в один, и вы сумеете минимизировать потери до 6 юнитов. Основная задача формулируется крайне просто. Не подставиться ударным стеком троглодитов под вампиров, духов или тем паче ходячих мертвецов. В остальном проблем не возникнет. Тем более, что силы удара стека, который состоит из 109 троглодитов, более чем достаточно, чтобы за раз убивать как вампиров, так и духов. А вот со стека ходячих мертвецов ответку, выжившей единички, я вам все-таки советую снять. На всякий пожар. Мало ли что. В максималке мы снова будем использовать несколько обновленную расстановку войск. Для правильного построения перемещаем троглодитов в последний 7-й слот и выделяем единички. К штурму максимального склепа готовы. И снова автобой нам, как вы видите, не помощник. 74 потерянных троглодита – это просто катастрофа. Стратегия, при помощи которой я беру максимальный склеп, была придумана еще во времена Сода китайскими товарищами. К сожалению, в Хоте она работает чуть хуже. Это связано с тем, что стек зомби, который остается последним, категорически не хочет отманиваться на единички, даже если они стоят к нему ближе, чем основной стек троглодитов. Поэтому ударить зомбиков два раза без ответки попросту невозможно. Лучший результат, которого удалось добиться в подобных условиях, это потеря 16 троглодитов. Много это или мало, решать именно вам. Хотя по сравнению с тем ужасом, который нам предлагает в максимальном склепе автобой, подобные потери не смотрятся какими-то сверхъестественными.
Данные стратегии захвата склепов разных уровней могут с успехом реализовывать и другие герои, а не только лорд Шакти. Однако в этом случае троглодитов нужно будет предварительно улучшить. В остальном ничего в тактике проводимых боев принципиально не поменяется. На этом все. Не забываем оставлять под роликом большие пальцы и подписываться на канал. С вами был Антиквар. До скорых встреч. Пока!